Решил я снять этот лилейник, неизвестно, получится у меня его снять еще или нет. Он до конца тут не раскрылся. Ну, примерно понятно, что у него. У него тут махровый край такой, двуцветный. Его тут все затеняли, он поэтому... Ну, короче, снова затенили он каприфоль, на него ветку положила. Он ночная фиалка до сих пор цветет. Вот уж, блин. Ну, это она рекорд поставила. Что-то я не припомню, что уж... Знаешь, что она долго цветет? Не настолько. То есть вот этот сиреневый туман здесь.